Я на кибере работала. Да, драк в чате. Трек в чатике. Ну все, тебе слово. Так. Не, ну как мне слово? Что там у нас? Получается, малый финал лузеров. Играет Spolon и Shredder. Че? Ставьте. Делайте ставочки. Тогда че как? Будем, наверное, ждать не будем, да? Все-таки уже народ да, здесь все пришел. Там. Начнем тогда сразу. Да, я готов. Раньше включу. Так, первым хостует у нас Shredder. Давай на счет три. Ага. Раз, два, три. У меня ошибка. Блин. Стопаем. Ага. Калерой. Калера затралила. Калера затралила. Калера, ты чё, упоролась? Калера, ты чё, херела? Давно такого не было. Эй, я не понял. Вот так вот. Да, что-то странное. А, Гектор ставит на спол на 8-2. Не, я бы, блин, такие, конечно, смелые прогнозы бы не делал, на самом деле. Shredder показал хорошую игру, и вообще он у нас дополнительный боец, так что... Не факт, может быть, будут допы. Дополнительный боец. Да. Нет, у нас не до 8 побед, до 2 побед на каком-то хосте. То есть на хосте играются до 4. Типа до 8, грубо говоря. 2 хоста, 4 побед. Да, да. Да. Ну, в принципе, так. Да. Давай, на счет 3 за мной. Угу. Раз, два, три. Пошло. Да, все. Скажешь, когда у тебя будет... Option. Выбрали. Hard. 45. Турбо, да. Ну, все нормально. Все нормально. Так, погнали. Значит, первым берет Spolon. Смотрим, кого он возьмет. Леонарду по-любому. Нет? Ну да, Леонарду. Кто бы сомневался. Так, в ответочку идет Рафик. Так, все поставили. Так, первый раунд, смотрим. Так, отличный прыжок. Spolon попадает, но не попадает Раф. Но зато Раф попадает сверлом, а не апперкотом. Так, пока дерготня. Нетрольская суперка. Раф закусывает. Ох, перебил. Не знаю, дернулся почему-то Shredder. Но зато попадает в этот раз сверлом. Так, отличные прыжки. Spolon должен прыгать, много прыгать. Так, отличный подпрыг, бросок. Но Раф, в принципе, не спамит сверло, поэтому не обязательно сейчас делать эти прыжки. Ой, Раф перебивает и еще и попадает сверлом. Задница по прыжку. Так, не добежал чуть Spolon, но ушел суперкой от броска. Кто же победит? Тут у обоих чуть травмное количество. Опять не добегает чуть-чуть Серега. И... Shredder затаскивает. В смысле, Рафаэль затаскивает в этом раунде. Даже время закончилось. И Лео сел. Сел на жопу чесать репу. Так, второй раунд. Так, перебивает плечом прыжок. Ну вот, снимает суперку. Отличный подпрыг от Лео. Так, суперку Леонардо наказывают. Так, ну вот перехватывает у нас Рафаэль. Так, пытался добежать, бросить, не получилось. Раф отбился. И отличный подпрыг. Отличный подпрыг от Рафа. Ну сейчас чуть-чуть не добегает, ошибается, за что был наказан. Так, ну в принципе, круто выбирается таким прыжком из угла. Так, тут пока что дерготня. Перебита была ножка Рафом. Так, добежит? Нет, не добегает в этот раз. Опять равное количество примерно хп. Надо рисковать, по идее, Лео. У Лео на пиксель меньше здоровья, да. Я вот хочу это замерить. Я хочу это замерить линейкой, вот реально. Кстати, я мог тебе даже скинуть эту линейку. Называется My Size. Я это замерил линейкой, потому что... Ну, было видно, кстати, что на один пиксель, по-моему, больше здоровья. Так, ну ладно, 1-0 ведет Shredder. Так, в ответочку, так, первым выбирает, на Spolon выбирает Рафа. И тут сервер завис. Вообще, вот этот бой, мы играли на Мураш, и работало все отвратительно. Эмулятор фрейм скипал. Потом перешли на Ultimate Cup. Да. И в итоге сервер даже завис. Жесть какая. Ну ладно, давай, я готов, в принципе, тогда. Поехали, давай. На счет три. Угу. Раз, два, три. Кортес, да, везде... Option, да. Кортес, в принципе, везде задержка большая.
Что на Твиче, что на Гудгейме. Ну вот на хитбоксе, может, поменьше. Story мод. Да нормально, вовремя нажали. Вест плеер. Угу. Чё, на экран? Да-да-да. Так, и Серега бьет хоты. В ответочку идет Шредер. Шахматы. Посмотрим, кто больше всего будет ошибаться. По факту Шредер сейчас будет играть, наверное, как он это любит. Атакующе. Очень красиво. Так, ну отличная бабочка за спину. И комбасик. Так, будет ли комбасик 2? Нет, все-таки заблочил Шредер бабочку за спину. Зажимается хэт-хэт в углу. Пытается выбраться, но не получается. Бабочка по ногам заблочена. Ох, отличная бабочка. И перебивается мясорубка. Бабочка за спину. Какие отличные действия от хота. Ой, какая ножка от Шредера, но ловится на огонек. По-моему, пытался там заюзать мясорубку, но огонь сделался быстрее. Ну, отличная игра за Хэт-Хэда, все было очень круто сделано. Особенно комбатик в начале так неплохо получился. Так, ну смотрим второй раунд. Так, раздергал на огонь, но не накатал. Снова бабочка по ногам заблочена и Хэт-Хэд в углу. Хэт-Хэд в углу, Шредер не дает выйти Хэт-Хэду. Прессует его. Опять бабочка по ногам заблочена. Какие отличные действия Шредера. Все четко делает. Очень грамотно. И добегает после огня. И это заявка на перфект. Заявка на перфект. Будет ли он? Надо хэт-хэду хоть какой-то дэмэдж нанести. Ну, слава богу, наносит. Так, ну Шредер, в принципе, сейчас оборонительно очень грамотно играет. И на ловит на... буквально на всем хэт-хэда. И побеждает закономерно в этом раунде. Отличная игра. Ну вот переключился Шредер, получается, с атакующей игры на более оборонительной, и это дало свои плоды, получается. Так, решающий раунд. Так, бабочка заблочена и наказана. Хэт-хэт снова в углу, пытается выбраться, но этого у него не получается. И да, попадается еще и на мясорубку. И снова заявка на перфект. Так, отличный прыжок, отличный удар по ногам. Ой, какой красавец Шредер! Просто делает все идеально, но вот пропускает бабочку, еще и огонь. Так, есть шанс камбэкнуться, но нет. Это были аплодисменты? Ну да. Ну да, действительно, Шредер сейчас заслуживает аплодисментов. Все очень круто он сделал. И Жердяй выбивает все с полным. 1-1. 1-1 по боям. 2-0. 2-0? Ну он же выиграл первый бой в Рафм. А, фу, точно, 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 извиняюсь, ребят. Так, ну и теперь у нас ждет Mirror Match, мой нелюбимый. Ну посмотрим. Сейчас, если будет спам сплошных вихрей, то будет мега уныло. Ну вот. Так, раздергался, дернулся Шредер на мясорубку, на что был наказан. Так, будем говорить, Шредер сполон. Сполон синий. Так, Шредер ловится на мясорубку. Так, пока что... Дергаются, ну вот отлично, в принципе, подстроился под прыжок на Шредер и зажал Сполн в углу. Сполн пока что все угадывает, угадывает все, что можно, но вот перебило, перебило в стартапе вихрь, это ножка Шредера. Так, ну, идут какие-то вообще просто не выпускает из угла, но сам Шредер берет и отходит уже, но у него жизни больше, но вот ошибается в подпрыге, был наказан, и снова сейчас должен быть наказан, нет, не наказывается. Но чуть-чуть меньше хп у Сполн, но вот отличное действие, и побеждает в этом раунде. Побеждает в одном раунде Сполн. Так, смотрим за вторым раундом. Вихрь блочится, но ошибка в прыжке. Так, почему-то не бросает у нас сейчас Сполн, но схавает эти вихри у нас и зажимается в углу Шредер. Так, пока что не получается подбежать, ножка это спасает. Ох, ножка в стартап просто перебивает. Вихрь пытался каким-то нелепым образом выпрыгнуть, за что был наказан и убивается. Вот почему нельзя делать ножку. Да уж. Так, 2-1. 2-1 пока что все еще в пользу Шредера, но Шредер у Шредера выбивается. Тавтология, блин. Ножка у Шредера против хода хорошо работает, потому что ход жирный, по нему попадает. Так, кого же у нас возьмет Шредер? Шредер берет хода. Так, матч наоборот. Мы уже видели, собственно, этот матч только в обратную сторону. Ну и, наконец-то, другая арена. Так, смотрим, сможет ли в этот раз Шред победить. Так, неплохая бабочка, но отличный перехват. И попадает вихрем, не успел немножко хэт-хэд добежать, там какой-то пиксель. Так, и хавает еще один вихрь.
И отличный резкий подбег и бросок. Все, у Хатхеда уже практически нет жизни. Да, и ничего не получается сделать. У Хатхеда... Так, Сполн затаскивает в этом раунде. Ладно, смотрим второй раунд. Так, отлично, бабочка за спину. Но и не более плохой перехват. Так, хавает уже второй подряд огонь с полом. Ох, и отлично, какая бабочка. И выбивается Шреддер. Сейчас нужно просто бросать, да. Блин. Как-то быстро раунд закончился. Вообще, за 15 секунд. В принципе, отличные действия от Хатхеда. То есть, да. Все грамотно исполнил. И победил. А бабушка за спину. Бабушка за спину, него. Потому что я сказал случайно, оговорился, но бывает. Так, смотрим. Так, отлично перебивается у нас, значит, мясорубка, но в этот раз не получилось. И отличный подбег. Подбег от Шреддера. И схавал еще один огонь у нас Хатхед. Так, ну вот эта бабочка заблоченная была наказана. Блин, что-то не попали по друг другу соперники. Ну вот, хавает огонь. Так, отличная бабочка. Пытался, походу, его подбежать, бросить, но... Шреддер перехватил первым и снова наказывает за такую бабочку. 2-2. И жердяй тоже выбивается у Шреддера. А как мы могли заметить, из прошлых боев Шреддер усполно поставлен очень и очень сильно. Поэтому непонятно, кем сейчас нужно будет убивать этого Шреддера. Нужно брать Косея, наверное, и пытаться как-то Косеем затащить. Что-то какой-то типа искусственный рандом или что это такое? Ладно, берет Косея, правильно делает. Ну, кого еще можно нормально взять? Разве что, может, какую-нибудь Рафа? Я не знаю даже. Да, Рафа, да? А. Кого угодно. Так, ну ладно, смотрим. Смотрим анти-Шреддер, если грамотно прыгать. У нас Косей, так. Пока что неплохой дэмэдж наносит, еще и бросок. Этими прыжками. Ну, Сполн продолжает спамить вихри. Так, ну вот, наконец-то начал подстраиваться под прыжки. Отлично снял воздух. Так, и вот эти прыжки были, конечно, наказуемыми. Да, и еще и схавал вихрь. Косеевский. Так, и тем временем Косей зажимается все-таки в углу. Так, отлично, подбежал и бросил. Сейчас один бросок обоим. Дерготня, отличные прыжки в исполнении Косея. У обоих практически одинаковое количество жизней. Ну, где моя линейка? Стоп! И вот сейчас я точно вижу, что у Шреддера больше. Блин, вот дерьмо. Ненавижу. По идее, должен был победить Шреддер. Так, ну ладно, смотрим дальше. Так, оба бросили, но Косеев тем временем в углу. Отлично выбирается. Нужно прыгать. Продолжается спам вихрей по земле от Шреддера. Так, отличная клюшка. Попадает по Шреддеру клюшка, это вообще офигеть. Так, ну вот схавал вихрь все-таки, не успел отпрыгнуть. Да, отличный подбег. Тут Сполн уже отыгрался полностью за эту долбанную полоску жизни. У меня возникло, короче, предположение, что у второго плеера фрейм адвантаж, а первому зачитается победа, если все одинаково все. Mm-hmm. Это же так? Я не знаю, это надо проверять. Это надо проверять, да. Так, отличный прыжок от Шреддера, от Кейси. Просто сейчас Шреддер на Кейси играет. Так, смотрим. Продолжается спам вихрей. Ну вот, отлично прыгает. Достает своей ножкой. Но думал, что будет еще один вихрь, но нифига, подстроился Шреддер и кинул. Ох, получается попасть клюшкой в стартап вихря по Шреддеру, но вот этот, блин, вихрь Косеевский был лишним, но все равно удается все-таки кинуть. И Шреддер выбивается, Кейси оправдывает себя. 3-2 в пользу Шреддера. Да уж, интересно. Интересно. Матчпоинт. Фу, какой матчпоинт? Хостпоинт? Так будем это называть. У Шреддера нужно всего лишь один бой ему еще победить. Выиграть, чтобы в этом хосте. Так, и от Сполна идет Донателло. Так, Шреддера нет, Хота нет. Остальные есть. Остальные есть, да. Ну, что-то он задумался, наверное, или там что-то вы там пишете, у меня какие-то кубики появляются, я не понимаю. Он спрашивал, кто у него вылетел. Ага, ну да. Ответ был предсказуемый. Да, действительно, такой напряженный бой можно и забыть. Так, ну ладно, в ответочку идет все-таки Майки. Интересно, на самом деле интересно. Не уверен я, что это грамотный выбор. Так, пила затроллена, заблочена
наказано. Так подстраивается Майки, пока под прыжок. Майки совсем не хочет прыгать. Наверное, правильно делает. Я даже не знаю, как тут в таком положении нужно себя вести. Так, ну снова вот зря начинает прыгать, подстраивается у нас Донни под эти прыжки. Так, ну вот тут какое-то непонятное действие произошло, и за что... Так, а вот сейчас подбросился Майки... Ой, подбросился! Подстроился под прыжок, но получил бросок в ответ. И отлично добегает. Просто офигенно сейчас замиксапил вблизи Донни. Майки, соответственно. То есть не знаю, что там можно было ожидать от него. Ожидать можно было все, что угодно. Соответственно, Донни сел на жопу и был наказан за это. Нельзя было садиться на жопу. Так, смотрим дальше. Пока что дерготня, прыжки. Ну вот, отличный перехват от Майки. Так, сносит ножкой. Ох, отлично подпрыгивает Донни. Так, и еще раз перехватывает. Так, должна была быть пила, но успел бросить Майки. Но получает эту пилу в лицо. И, по ходу дела, растерялся немножко в конце и был уничтожен в этом раунде. Так, 1-1. Майки всего лишь нужен один раунд, чтобы победить на этом хосте. Нужно всего один раунд. Посмотрим, получится ли у него это. Так, неплохой прыжок и отличная пила за спину от Донни. Так, ну вот сейчас перехвачено. Майки пытается дергать. И вот этот прыжок, он подстроился и бросил. Так, не хочет он зажимать Донна в углу. Пытается его как-то вывести на середину арены. Так, ну вот зато отличная пила сейчас за спину. Так, что-нибудь подпрыг перехвачен. Майки надо что-то делать. Подстраивается, отлично, под прыжок. Но потом замечательная пила после прыжка. И 3-3. Вытаскивается полон этот бой. Ну, как и ожидалось, особо-то не очень был хороший выбор Майки все-таки против Дона. Да ладно, по мне так это один из лучших выборов. Да? Ну просто... Бегать быстро подстраиваться легче. Разве что да. Я просто думал, что Раф будет как-то пополезнее в этом плане. Но... Ну, это Раф на первом, бесполезный бог. Ну да, тут Раф на первом. И вот как раз-таки Раф у нас и берется. Шреддер берет Рафа. Ну посмотрим, решающий бой на этом хосте. Так, Рафу я не знаю, можно ли тут спамить сверла, но скорее всего лучше не стоит, потому что будет добегать и бросать. Или вот, да, или перебивать таким вот способом. Добегать так, ну... не получится. А, не получится, да? Ну хорошо. Собственно, перебивать можно, поэтому спамить опять же нихрена нельзя. Лучше тогда, наверное, вообще лево было взять. Ладно, посмотрим. Смотрим, тут пока что какая-то дерготня и суперки в никуда, но вот отпускает с полным блок, соответственно, попадает сверлом. Но вот отличная пила после прыжка. И совсем нет уже хп у Рафа, еще и перехват. И Раф погибает. Блин, надо было вообще брать Дона, чтобы был Дон, и все сейчас бы просто засыпали на стриме. Зато были бы равный шанс. Сейчас явно у Дони преимущество в этом матчапе. Так, ну вот отлично подстраивается, не дает, значит, Дону у нас пустить пилу. Так, немножко ошибается в подбеге, за что был наказан. Так, ну вот сейчас не вылетел пилой, хотя, в принципе, ждал этого. Насрав. Пытался добежать. Так, снова пытается добежать, не получается. Раф сел на жопу оборонить. Так, ну вот отлично перебитая пила и... Ой, сверло и отличный подпрыг. Так, равное, к примеру, количество жизней. Надо что-то делать, Дон пытается добежать. Пытается развести на мячики. Но у него это хорошо получается. Не получается добежать у Рафа, и Раф погибает. И в этом хосту у нас затаскивает спаун. Блин, офигеть. До самого конца я был уверен, что Шреддер победит на самом деле. Почему-то. Но нифига. Да, спаун отлично камбэкнулся. Ну что, давай второй хост. Ну, соответственно, у нас же все-таки Шреддер дополнительный боец, поэтому давай. Будем надеяться на допы. На счет три. Давай. Раз, два, три. Погнали. Насрав. Насрав. Опшен, да? Да, да. Черный экран, хард, турбо, 45, белый экран. Да, да, все нормально. Который раз с полу не работает удар после сверла. Да, счет он херово работал. Да я вообще в тот день в бильярд играл полдня. После этого, знаете ли. Голова деревянная.
Да уж, бывает. Ну ладно, теперь у нас первый, значит, с полом, второй у нас Шреддер. Шреддер берет майки, но точку идет Кассей. Два очень быстрых персонажа. Вот, надеюсь, этот бой будет действительно интересный. Динамичный. Обычно этот бой это УГ. Да? Ну хорошо, посмотрим. Так, отличные два броска сейчас показывают Кейси. Так, запрыгивает за спину. Ну, Майки успеет встать и добежать и кинуть. Так, отлично подстроился под прыжок, успел перехватить. Так, отличная клюшка. Забивает Майки в угол. Ну, дает возможность взять Кейси мяч, но он его не использует, а просто добегает и бросает. Ну, в принципе, да, этот бой, это сплошные, наверное, подбеги и броски, либо ждать, или сплошные прыжки, там, кто-то будет один пытаться под них все время подстроиться. Посмотрим, ладно, так, в этот раз получилось бросить у Майки. Хотя вроде были бы в одинаковых позициях. Ой, какой ножкой он перебивает воздух, это, боже мой, что это вообще? Так, хотел подстроиться, но не получилось, Кейси перехватил, Кейси в углу, не дает ему выбраться, Раф, но, потом уже сам понимаешь, что нужно выпускать. И да, Кейси пытался добежать, но этого у него не получилось. 1-1 по раундам. Опять борьба. Так, смотрим, решающий. Так, ну тут уже было очевидно, можно было спокойно среагировать на этот подбег Кейси, но в этот раз у него это срабатывает. Так, обменялись бросками. Так, отлично подбегает в углу Майки, ну и еще лучше подбегает он Кейси и проводит аж два броска. На один бросок хп у Майки. Надо ему поаккуратнее сейчас. Да, это было очень поаккуратнее. Такой просто ногой в лицо. Возможно, Шреддер думал, что может быть будет прыжок, типа, от Кейси, и тем самым как бы пролететь под прыжком, потом подстроиться и бросить. Но нет, он стоял на земле и ждал ошибки, и он ее дождался. Так, Майки, значит, вылетает. Кого же возьмет Шреддер? Шреддер у нас берет Леонардо. Сполн остается на косе. В принципе, отличный выбор. Так, смотрим. Огромные прыжки, и один из этих прыжков увенчался успехом. Вот немножко не добежал Лео, за что был наказан. Так, клюшка заблочена. Четко сейчас угадал с миксапом. Так, опять эти прыжки перебивает. Это какой-то ножкой вообще непонятный. Шреддер молодец. И да, бросок и такой вот. Джамп-киком так по голове досталось Кассею. Второго игрока преимущество при одинаковых попытках сделать бросок. Ну да, да. Второго игрока преимущество. Все правильно. Да, один кадр. Вот. Так, смотрим. Два броска пропускает Лео. И еще пытался добежать и бросить, но не получается. Кассей перехватывает. Так, нейтрольская суперка была наказана. Опять эти броски ввязываются зачем-то в них Лео, хотя она просто брать и отпрыгивать. Ну, отлично, тут сейчас построился под прыжок. Так, это, наверное, нейтрольская суперка. Да. Лео погибает. Ты 1-1 опять по раундам? Борьба? Серьезная? Смотрим, решающий. Так. Кейси пока не прыгает, но прыгает зато сейчас. Но все это блочится. Так, и отлично добегает. Но потом добегает у нас Лео. И отличный подпрыг, бросок. Блин, ну сейчас заблочен подпрыг. Опять начинает зачем-то ввязываться в эту игру бросками. Но вот сейчас наконец добежал. О, отличный подкат с суперкой. Отличные действия. Ну блин, ошибается после прыжка. Эх. Эх. Тут в конце серьезно он ошибся, конечно. Да. Ему опасно было, ему надо выбираться сейчас было из угла, потому что если бы он даже добежал, у него там бы один кадр всего был, чтобы меня кинуть нормально. Угу. Ну, он немножко раньше нажал, да, и получился бросок плечом. Бросок вперед, в смысле, плечом. Так, ну ладно, значит, теперь у нас опять шахматы. В этот раз Шреддер играет на Шреддере. Да? Да, если да. Да. В ответочку идет хэт-хэт. Что ж, посмотрим.
Так, неплохая бабочка был, могла бы быть, но проходит огонь. Блин, и успевает с полом перехватить. Итак, хэт-хэт в углу. Ох, отлично добежал сквозь ножку, или не понимаю, что там было. Но хавать с полом аж два огня, и, блин, вообще в углу отлично замиксапил. Ничего с полом не угадал и, соответственно, проиграл. А только это я хэт-хэт как бы. А, да? Тьфу. Прошу прощения. Блин, я путаюсь немножко. У меня немного после Hellfire мозг вынесен, поэтому уж извините. Да, значит, все очень сделал грамотно с полом. Раунд 2 файт, да? Да. Нет. Так, отличная бабочка за спину от спауна, но почему-то Шреддер не выбивается. Опа, пауза. Пауза от Шреддера. Не знаю, что, какого хрена он ее сделал. Ну, в общем, ладно, мне, в принципе, плевать. Так, пауза отпускается. Еще одна отличная бабочка за спину, перебивается мясорубка. Блин, не, ну хэт-хэт просто делает все идеально. Шреддер пока ничего не может сделать, надо ему что-то придумывать. Надо ему что-то придумать, либо... Да. Сейчас бег не сработал, наверное. Сейчас, наверное, бег не сработал. Ну все, Шреддер у него выбивается. Походу, немножко уже расстроился, потому что еще два боя проиграл в борьбе. В принципе, мог побеждать. Сейчас ему надо собраться. Надо собраться, иначе это будет 4-0. Ну и берет Рафа на втором, Рафа на втором. Кстати, Шреддер не раз писал в чате, что Раф на втором это имба, ля-ля-ля. Так, нужно ресетить. Да. А еще он писал, что Кейс это плохой выбор. Якобы против Рафа на втором. Ну вот сейчас посмотрим. Посмотрим. И взял майки. 5 ресет. Нервы. Нервы. Борьба сейчас за топ-4 получается. За топ-3. Ну, вылетающий это топ-4, нет? Вылетающий это топ-4, да. 4. Угу. Борьба за топ-3, да, точно. Немножко перепутал. Ну хрен с ним, ладно. Смотрим дальше. Так, отличный подбег к косе. Ой-ой-ой, отпускает блок и схавал сверло. Так, пытается запрыгнуть за спину, но все, Раф сидел на жопе, все видел, подстроился, закусал. Так, не получается у Кассия добежать. В принципе, все грамотно делает Раф. Просто смешит кнопки, походу, дела. Я не понимаю, это просто этой тактики. Он просто смешит кнопки. Ну, в принципе, сейчас неплохо снимает воздух, но вот пытался допрыгнуть и бросить, но все равно в итоге Кейси после броска даже там чип-дэмэдж какой-то по нему прошел, он сдох. Ребята, введите правило, чтобы первый игрок всегда выбирал карту и управлял переключениями полоски. Да ну, нормально и так как-то. Так, смотрим. Подпрыг. В принципе, схавал ножку, но зато потом бросил Кейси. Так, вот сейчас прыгнул, подстроился у нас. Раф схавал. Кассия. Так, отличные прыжки в углу. Но вот ошибается Шреддер. Не смог немножко добежать. Так, вот и снова не добегает и умирает. Перестал мышить кнопки, начал проигрывать. Да нет, там все четко было, он сидел же, отбивался от моих подбегов. Да-да-да, я понимаю. Я их не пропускал. Просто выглядело так, как будто на шару что-то нажимает. Так, попала клюшка. Так, успеет Кейси добежать? Нет, не успевает после сверла. Так, Раф пока что Раф пытается что-то раздергать и сидит на жопе. Опять не получается у Кейси добежать. Если принимать какие-то действия, то Раф так и продолжит сидеть. Ну вот, наконец-то добежал. И снова ввязывается в эту игру. Зачем? Зачем ввязываться в эти броски? Ох, отличная клюшка после сверла. Выбирается зато из угла на Шреддер. Кейси в углу. Должен что-то делать. Должен делать что-то Раф, иначе проиграет. Блин, ну вот делает он совсем не то и делает ошибку. И, к сожалению, проигрывает аж 4-0 на втором хосте. Ну и что, значит... почти почетное четвертое место занимает у нас Шреддер на этом турнире. Сполон проходит дальше. И будет бороться уже в финале лузеров. Полноценным. Какие дела. Да. Сейчас закомичу результаты сразу. Угу. Ну что, Шреддер показал на этом турнире достойную игру. Очень много сильных соперников прошел. При этом очень много было боев в допах. Это тоже стоит отметить. Счет получился 8-3. Я не помню, кто там угадал. По-моему, кто-то говорил... А, не, 8-2 я видел, 8-1. 8-3, по-моему, никто не писал. Короче, два матча осталось.
Осталось два матча. Финал это финал Винеров. Heaven с Полон, и там уже Спайди ждет кого-то из соперников. Ладно, вообще не хватило Шреддера опыта игры против Кейси. Явно было видно. Он там делал, короче, подбеги не так, как все их делают, а именно он бежал не сразу, как встает черепаха, а спустя несколько кадров. Это позволяло ему кидать меня в стартап ручки, если я сразу жму назад плюс бросок. То есть у меня как бы, то есть он бежит чуть позже, поэтому у меня начинается ручка вместо броска, и в этот стартап он успевает добегать и кинуть, но вот если я ничего не жму, а просто иду назад, я смещаюсь на пару пикселей назад, и ему, соответственно, нужно бежать на пару пикселей больше, и, соответственно, если он бежит, как обычно бежал, то получаются те самые плечи. Такие дела. Угу. Ну ладно, что тогда, заканчиваем на этом трансляцию черепах. Запись всем пока, а сейчас будет продолжаться Hellfire. Да, всем пока.